Их творчество вошло в историю. Личности, внимание которым еще при жизни было велико, рано ушедшие из жизни, любимые народом. Их любили, остерегались. Слова поэтов-пророков отражали время и предрекали будущее. Александр Пушкин и Владимир Высоцкий – герои, которым посвящена новая выставка «Два поэта, две эпохи» в художественной галерее. Всегда поэты выступали пророками у нас в Отечестве. Почему? Они говорили очень коротко и емко. И очень их произведения всегда чувственные. Поэтому это очень доступно каждому человеку. Независимо от его уровня образования, его возраста. Вот. Поэтому я думаю, что будет интересно. Это разные эпохи, разное время, разная атрибутика в конце концов. Поэтому на этом контрасте, я думаю, мы хотим вызвать интерес к этой выставке. Экспонаты для выставки предоставили из своих коллекций музей Владимира Высоцкого и музей игрушек из Сергиева Посада. Это картины, фотографии, связанные с жизнью и творчеством двух поэтов. На выставке можно детально рассмотреть реквизит, который использовали в период съемок и спектаклей Владимира Высоцкого, а также вглядеться в картины, посвященные блистательной жизни светского поэта Пушкина. Погрузиться в поэтическую атмосферу можно в галерее в ближайший месяц. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.